Галера, цепи, кандалы. В руках тяжелое весло. Кто на корабль попал в рабы, тому совсем не повезло. Из горла стоны вырывались, кнуты свистели тут и там. Гремели цепи, вплоть врезаясь, и кровь струилась по рукам. Но вдруг команда прозвучала: «Стоп! Весла из воды поднять!» Минута отдыха настала, подольше б только постоять. И вдруг внезапно появилась фигура царская в дверях. Душа у каждого забилась, и в сердце появился страх. Он подошел к рабу у стенки. «За что ты здесь?» — спросил его. Тот вдруг, заерзав на скамейке, ответил: «Царь мой, ни за что!» С таким вопросом царь склонился к второму, к третьему, ко всем. И каждый клялся и божился, что невиновен он совсем. Один был сильно оклеветан, другого засудил судья, иного не было ответа, лишь только «невиновен я». Царь, выслушав все оправдания, хотел уже идти назад. Вдруг крик, исполненный стенания: «Мой господин, я виноват!» Царь подошел, сел на скамейку к рабу, а тот в углу сидев лишь прошептал: «Украл я деньги, и здесь за дело я сижу». Услышав это, царь воскликнул: «Да как же так? Ах ты злодей! Да как же ты сюда проникнул среди этих праведных людей? Что ты здесь делаешь среди люда, где все так правы и честны? Беги, беги скорее отсюда, не пачкай царской чистоты». Царь приказал, чтоб был отпущен с галеры на свободу он, а остальным велел, чтоб пуще гребли, гребли изо всех сил. Мой друг, ключом к освобождению, если есть признание вины, то справедливо и к спасению другой ты не найдешь цены. Сложи свой грех у ног Господних, и будешь ты прощен отцом. Почувствуй радость быть свободным, почувствуй радость быть с Христом.